первый сет встречи Сидора Владислава Феченко Сергея Владинагева. Посмотрим, красивый теннис. Так, Серега сегодня без поражения идет. Значит, одно поражение от Буркова. Там вообще у них борьба за руба была, но снимали, эта игра есть. Эта встреча записана. Вот. Сейчас в борьбе выиграла и Буркова. Тоже в борьбе сегодня у Сидорова. Так, подает Феченко, значит, что он там у нас подает? Это подача мардером была. Эти толчки противные мардером. Эти чопы, эти, блин, подпилы там. В общем, там сильно летит, такой ужас. Значит, красная у него акуда. Доник у него акуда и S1. Так, Влад что-то тоже играет. Вот он, хороший вынос был, красиво. Так, иди мощно. Так, Влад тоже, да, там, что там, накладки у него мощные, конечно. 0.5, аксиомы у него, там, в общем, такая тема. 0.5 или 64 у него, и фиксы там, в общем, основание у него тоже быстрое. Здесь началась борьба Сидорова и Буркова. С кем? С Демьяновым? Хорошо. Сейчас я постяну тут. Так, 8-5 с подачи. Да, Феченко, конечно, блин, эти толчки, вот эти вот подпилы, вот эти чопы плоские, этим мардером, в общем, это дичь такая. Это ужас. Хорошо, хорошо. Не стал атаковать, так нежно скинул. Так, тут 4-6. Встреча такая. Стоп. Так, проиграла я сегодня Владу, проиграла сегодня Сергею Феченко, проиграла сегодня Лавренко. Ну? Так, первый сет Феченко, да, перешли первый сет. Первый сет, отвлекся. Отвлекся на встречу на здесь игру, на соседнем столе. Там тоже идет рубилово, идет. Ой, хороший слева был. Так, 1-2. Его громко объявляет. Хороший справа. Такой мощный накат. Да, вот эти толчки идут. В сетку. Влад. Отдача, атака. Промазал. Эдик такого промазал сейчас, конечно. Ой, пожалуйста, идет топс и, блин, такой блок сразу Владу возвращается. Тем мардером. Вот они. Ух ты, какого достал, а? Вытащи. Ах, молодцы. 7-3. Ух, Эдик. Мочит. Так, тут 2-2. Счет в сете в этом. Пилятся, долго держит, хорошо. О, выиграл Влад.
Тапсанул там красиво. Так, 9.6. О, блин, капец. Ну да повезло, конечно, повезло. Такая сопля, блин, в таком розыгрыше. Просто повезло. Да. Ну красиво было, розыгрыш. О, слева. Слева было красиво. Да, так, короче, контроль, конечно, у Фещенко. Это сумасшедший контроль у него. Так, 2-0 по сетам Фещенко впереди. Влад объясняет, почему ошибается, все летит. Ну да, от Мардера прилетает и падает, Арин. Короче, мне вообще, блин, параша такая, в общем, дичь. Не могу сообразить, как, что, блин, в общем, неудобно, непривычно. Так, сет номер 3 смотрим мы. Красиво разобрался в этой ситуации Сидоров. Так, 1-4. 1-4, есть разрыв. Срезан. Мимо. Вот это топс. Покажи топс. О. Ну ты смотри, ну все, назад, все просто тащит, все вытаскивает, все, все пролетает Владу. Вон, пожалуйста, еще и атака идет. Очень опытный Сергей Фещенко, конечно. Представитель города Енакиево. Призовые места на Норде занимает он. В своей категории уже ветеран такой, конечно. Бог, пожалуйста, помоги мне, нужно. Ну да. О, по 4 уже догнал Серега. Красиво все, красиво разобраться. Так, ну так красивый теннис все равно. Здесь красивые розыгрыши такие вообще. Здесь атаки, все, защиты, толчки, в общем, подрезки, чопы, блоки. Мощные подачи у ребят, конечно. Пожалуйста. Вот, ох ты! Красивый розыгрыш, долгий так вообще, очень длинный. Ошибся. Так, 7-5. Так, ну я все, все встречи провел, все отыграл уже я. Может быть, конечно, какая-то там закрутка еще может быть по этим самым. Есть справа. Справа бьет, атакует, накат мощный у Сергея. Да, мощно, конечно, тоже представлен город Енакиево. Теннисистами, спортсменами, ветеранами. Много там тоже играют, занимаются. Так, Фещенко, в общем, тренер. Красивый теннис, молодцы, блин.